Много воздуха и света, много зелени и интересных дизайнерских решений. Интерьер бюро продаж, а это почти 300 квадратных метров пространства, продуман до мелочей. Каждая зона бюро создавалась для удобства и комфорта клиентов. Покупка квартиры – это стресс, да, и вот мы смотрим на людей и думаем, как вот эту покупку сделать приятной, и после этого, чтобы осталось ощущение, что тебя не обманули, и что ты можешь спокойно дожидаться построенной квартиры. В бюро можно обсудить все, что касается покупки жилья. Есть специалист по ипотеке, который сам направит заявки на рассмотрение в банке и выведет клиента на сделку. В спокойной и уютной обстановке можно обсудить любые интересующие клиента вопросы. Здесь будут представлены архитектурные макеты наших проектов, здесь будут представлены планировки наших квартир, также в 3D-моделях. Здесь будет работать дизайнер интерьера, который создаст именно под вас визуализацию, эргономику, расставит мебель, поможет вам с отделкой стен, цветовой гаммы. Пока родители отдыхают, малыши могут поиграть в детской зоне, а сами родители на больших плазмах увидят свое будущее жилье. В компании «Мой дом» подчеркивают – сервис прежде всего. С вашей поддержкой мы надеемся, что продажи будут расти, сервис будет расти. Я рад, кстати, знакомству с этой компанией, с очень молодой, очень развивающейся, динамичной. И я думаю, что они, наверное, передовые вообще здесь у нас в городе такие ребята. И офис совершенно превосходный по интерьеру, по эргономике, по дизайну. То есть вот то, что они провозглашают, да, декларируют, они здесь как раз это все реализовано. Даже расписание работы здесь при необходимости могут сделать гибким, подстроить под клиента. Новый уровень комфорта и удобства – это как раз про «Мой дом». А теперь и про их бюро продаж на проспекте Красноармейском, 118.